Власти Ирана признали, что украинский «Боинг» был сбит средствами ПВО, поскольку был ошибочно принят за вражеский объект. Об этом говорится в официальном заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. При этом министр иностранных дел страны Мухаммад Джавад Зариф отметил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, когда иранские подразделения ПВО были приведены в состояние повышенной готовности. Ранее о том, что «Боинг» международных авиалиний Украины был сбит иранской ракетой в небе над Тегераном, заявили власти США и Канады, ссылаясь при этом на данные своих разведывательных служб. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, находившихся на борту лайнера.